Роковая дата 22 декабря 2020 года. Что предсказала Ванга и что сулят звезды в этот день? Опасное пророчество известной прорицательницы на 22 декабря 2020 года со скоростью лесного пожара распространяется по интернету. 22 декабря 2020 года. Настанет время пяти двоек. Это роковое сочетание цифр 25 лет назад якобы предсказала провидица Ванга. По словам эзотериков, она предупреждала об опасности для всего человечества и просила рассказать о своем пророчестве перед наступлением года белой металлической крысы, то есть нынешнего 2020 года. Какую угрозу несет 22 декабря и что по этому поводу говорят астрологи и скептики, я расскажу в этом видео. Сейчас в кругах эзотериков и астрологов активно распространяется информация о том, что по словам личного переводчика Ванги Стояна Петрова, время, когда сойдутся пять двоек, она связала с возвращением забытой болезни. Заболевание якобы зародится на юге и поразит все человечество. Утверждается, что провидица говорила о коронавирусе, который зародился в Китае и постепенно распространяется по миру. Болезнь действительно забытая. Впервые вирус был открыт еще в 1965 году, но из-за небольшого количества зараженных ему не уделили внимания. Согласно тем же источникам, по предсказаниям Ванги, 22 декабря есть вероятность большой катастрофы. Так известный журналист процитировал слова предсказательницы. «Незадолго до пяти двоек черный пепел накроет землю и закроет солнце. Реки выйдут из берегов, огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым». Астрологи трактуют эти слова как вероятность крупного извержения вулкана. С другой стороны, ни в одном из найденных нами источников не приводится никаких доказательств подобных слов провидицы или достоверной информации о том, каким образом эти данные внезапно оказались в распоряжении журналистов. В любом случае, каких-то конкретных подробностей о грядущем катаклизме не раскрывается. По сети гуляют только различные предположения и версии, что он будет связан с эпидемией коронавируса или даже падением метеорита. Кроме того, необходимо отметить, что это даже по самым скромным подсчетам уже третье, новое ранее неизвестное пророчество Ванги только за последние несколько месяцев. В ноябре-декабре 2019 года утверждалось, что она предсказала ряд религиозных конфликтов и катаклизмов. А в январе появилась информация о том, что вспышка коронавируса также уже была предсказана Вангой. Так или иначе, настоящее ли это пророчество или спекуляция на известном имени, 22.12.2020 нумерологи называют периодом активности двойки. Число 2 обладает сильной энергией и олицетворяет внутренний мир и эмоции. В период активности двойки эксперты советуют отдавать, не прося ничего взамен. Это время бескорыстных поступков и добрых дел. Рекомендуется ограничить публичную активность, чтобы не потерять внутреннюю энергию. 22 декабря попадает на четвертую лунную убывающую фазу. Это период неторопливости и мягкости. Хорошее время, чтобы закончить начатые дела и решить все накопленные вопросы. Новые идеи лучше отодвинуть на начало следующего лунного периода. Воздержитесь в этот день от конфликтов. Лишние затраты энергии сейчас ни к чему. 22-й день месяца несет в себе магическую силу. Желания, загаданные сегодня, исполнятся. В этот день можно изменить свою судьбу, поэтому постарайтесь привлечь себе удачу, пока есть такая возможность. Чего ждали от предыдущего дня пяти двоек? Конец света, наступление которого ждали в 2012 году, должен был произойти 21 декабря 2012 года. А на следующий день, который был днем пяти двоек, 22.12.2012, должна была начаться новая эра в истории человечества. Такие ожидания были связаны с тем, что именно эта дата является последним днем календаря майя, заканчивавшим 5125-й летний цикл истории. Почему 22.12.2020 необычная дата? Это не первый день пяти двоек в 21 веке. На самом деле их было уже 4. Несложно посчитать, что первый такой день – это 22.02.2002, а в 20 веке последний день пяти двоек был почти 100 лет назад,
22.12.1922. Интересный факт. Зеркальные даты, дни палиндромы, одинаково читающиеся слева направо и справа налево, крайне редкое явление. При классической записи даты в этом году днем палиндрома было 2 февраля, 02.02.2020. Следующей зеркальной датой будет 12 февраля 2021 года, 12.02.2021. А после этого день палиндром наступит аж через 100 лет. 12 декабря 2121 года. 12.12.21.21. Несложно определить, что предыдущий день палиндром был 909 лет назад. 11 ноября 1111 года. 11.11.11.11. Период активности двойки. Такие дни, как 22.12.2020, нумерологи называют периодами активности двойки. Число 2 олицетворяет энергию неба и луны, внутренний мир и эмоции, а также предрасполагает к отдаванию. В период активности двойки рекомендуется отдавать и стараться не забирать. Причем это касается не только материальных, но и духовных вещей. 22 декабря 2020 года мы будем наблюдать убывающую Луну. Этот период связан с такими качествами, как неторопливость, легкость и слабость. В этот день астрологи советуют завершить все важные дела, а все новые замыслы и начинания следует отложить до новолуния. Рекомендуется избегать тяжелой физической активности и стрессов, а также не участвовать в конфликтах. Предсказание Третьей мировой войны. Следует отметить, что днем пяти двоек, согласно Ванге, может стать один из двух дней, либо 22.02.2020, либо 22.12.2020. Также прорицательница утверждала, что не только эти дни, но и весь 2020 год будет поворотным для человечества. Переводчик Ванги обнародовал следующее ее послание. Технический прогресс станет настолько быстрым, что человечество потеряет над ним контроль. Если люди не одумаются, этот год может стать для них последним. Многие трактуют эти слова Ванги как предсказание Третьей мировой войны, которая, как и Первая мировая, может начаться случайно. По свидетельствам людей, которые были знакомы с болгарской пророчицей, она называла такое совпадение чисел особенно опасным для всего мира. Так, 22 декабря на Землю упадет тень. Правда, неизвестно, что конкретно имеется в виду. Ванга предсказала, что если люди не одумаются до рокового дня, их постигнет страшная кара. Некоторые толкователи предположили, что речь идет о затмении. Но ни одно такое событие, ни солнечное, ни лунное, не выпадает на вышеуказанные даты. Ранее были опубликованы предсказания Ванги на 2019 год. Она предрекла, что президента США Дональда Трампа поразит неизвестная болезнь, из-за которой он останется глухим. На Россию упадет метеорит, а Азия пострадает от разрушительного катаклизма. Кроме того, к 2028 году на планете удастся искоренить голод, а в 2256 будет построена первая марсианская колония. Верить в эти предсказания или нет – ваш выбор. Надеюсь, вам было интересно. Напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, согласны вы с ним? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вы были на канале Горбушка Шоу. До встречи в новых видео. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео.